Всем привет из снежных Карпат. Мы сегодня в Карпатах поднимаемся на гору Захарберг. Вот сегодня специально для нас запустили подъемник, и мы на подъемнике поднимаемся снег. В Николаеве сейчас идет дождь, температура плюс 10 градусов, здесь мороз, снег, снежно. В общем, мы отдыхаем бок о бок, там сзади все наши девчонки тоже еще едут, там целая толпа. В общем, у нас все классно, отдыхаем. Всем бок о бок. У-у-у!